Музей Дали накрыт огромным стеклянным куполом, через который можно видеть безоблачное небо Ампурдана. И вот здесь собраны многие работы гения сюрреализма. Какие-то оригиналы, копия. Над этим местом Дали работал 12 лет. И здесь же находится его могила, прямо в центре сцены, под знаменитым куполом. Здесь можно видеть очень интересные произведения, необычные объекты, картины, скульптуры, такие театральные декорации. Обычно здесь очень много народу, но бывают периоды, когда музей почти пустой. Приезжайте. Сейчас как раз я воспользуюсь тем, что никого нет, и покажу вам очень необычный эффект. Мы находимся в зале Майвест, тот самый зал, где мебель превращается в лицо актрисы. Сейчас можно видеть мебель, она превратится в это лицо. Как? Надо подняться по этой лестнице. Сейчас я осторожно по ней поднимусь. И наверху, лестница очень узкая, наверху стоит верблюд и висит маленькое стекло, ой, влезло. И вот если посмотреть в лупу, вот мы видим, что комната превращается в лицо. Вот так без лупы и вот так в лупу. Кстати, ванна на потолке. Сам верблюд. И сейчас мы спустимся. Таких трюков, эффектов много в музее. Приезжайте, увидите все собственными глазами. И расскажу вам о значении, о символах некоторых самых известных, самых интересных картин и объектов музея Дали.